сегодня, к сожалению, шел последний день нашего пребывания на гостеприимной земле Дагестана. Все хорошее быстро кончается, говорится. И мы очень много получили за эти несколько дней. Путешествовали по республике, встречались с людьми, общались с коллегами, и это абсолютно совершенно незабываемо. До сих пор о республике Дагестан я могла иметь представление вот по творчеству Расула Гамзатова, вообще о людях Дагестана, о знаменитом кавказском гостеприимстве, о том, что он назвал конституцией горца, да, вот о высокой нравственности этого народа. А теперь, вот, встречаясь с людьми, с простыми людьми, общаясь с ними, вот в поездке, вот в Кунзахе, в Кубачах, в Дербенте, совершенно необыкновенная экскурсовод у нас была. Я как бы вот вижу подтверждение тем стихам, в которых Расул Гамзатов говорит о своем народе. Это совершенно незабываемо и замечательно. Не хочется ни расставаться с новыми друзьями, ни вот с этой республикой, ни с морем, ни... Но, как говорится, все это дает, ну, как бы импульс к дальнейшей творческой работе и к дальнейшему общению с теми, кого с кем познакомиться здесь. Мы теперь, вот как сказала одна из членов нашей делегации, девочка, но очень мудрая девочка Надя из Китайской Народной Республики, мы теперь одна семья, и это так действительно и есть.